В целом на дорожную отрасль города Оренбурга запланировано 368 миллионов. С понедельника этой недели приступили к массовому ремонту. Это ямочный ремонт, ремонт картами и частично ремонт полностью дорог. Ну, как вот улицу Брестскую, где мы сейчас находимся, задача заменить практически весь верхний слой, начиная от Родимцева и до проспекта Дзержинского. У всех все есть, техника достаточно, вы видите, новая, современная. Качество, поэтому тоже ремонт будет, я думаю, на должном уровне. Соответственно, мы запланировали проверку асфальта не только по толщине асфальтового покрытия, но и по качеству самого асфальта. Далее мы привлечем ряд общественных организаций, чтобы такой, ну, контроль как бы дополнительно еще был. А если в целом говорить о состоянии города, о его, ну, если хотите, восстановлении, потому что тяжелая была зима, то я думаю, что вот в последних числах мая мы уже должны увидеть тот Оренбург, к которому горожане привыкли.